Спасибо огромное, дорогие друзья. Мне очень приятно, что есть у меня возможность поздравить вас с этим замечательным праздником. Желаю крепкого-крепкого здоровья вам, вашим родным и вашим близким. И пусть самое главное, дом у вас ждет всегда любящая вас семья. С праздником, Беларусь! Когда-то россияне, манюши, танимани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты, сапожки, под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же неповторная, жива кадриль задорная. Похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Марина Девятова, низкий вам поклон.